Всем привет! Сегодня у меня кролик в сметане. Очень вкусный. Это рецепт моей мамочки, которая всегда давала кролика нам в дорогу, когда мы, дети, ездили на учебу в поезде. И вот это так запомнилось. Сейчас для кролика я сделаю соус, чтобы залить кролика. Беру сметану или крема фреш. Сметана лучше свежая, чтобы была. Заливаю сливками или молоком можно. Наливаю воды немножечко. Размешиваю. Готов, да? Попробуем. Осторожно. Значит, еще, чтобы красивая была такая корочка. И замечательно. Не брызгайся. Все ставь. Минут, наверное, 20 посмотрим. Кролик в сметанном соусе готов. Вот такая красота получилась. Столько соуса. Хорошо с картофелем. Спасибо за просмотр. До новых встреч!